Я приветствую всех зрителей и подписчиков канала «Все о стиральных машинах и бытовой технике». В сегодняшнем видео у нас обзор на пятерку отпариватель с AliExpress. Рейтинг лучших. Ссылки на все представленные товары будут в описании под этим видео, можно будет перейти, ознакомиться и заказать. Первый у нас пятерки, вот такой портативный отпариватель для одежды от бренда Xiaomi. Утюг с электрическим приводом, портативный отпариватель, можно использовать для путешествий и дома. Работает от сети. Очень удобно, можно отпаривать как в горизонтальном, так и в вертикальном положении. Имеет вот такую вот удобную ручку для использования и кнопку для нажатия именно самой работы, для появления пара. Сзади небольшой дозатор такой, да, в который набирается вода. Объем воды здесь можно увидеть в описании. Ниже будет написан раздел «Общая информация и характеристики». Здесь можно будет подробно увидеть всю информацию по каждому товару, который мы будем рассматривать. Объем воды, который здесь можно налить, это 800 мл. Здесь более подробно расписана вся информация, также ниже представлены какие-то необходимые разделы по каждому товару, который здесь мы сейчас рассмотрим. Что касаемо рейтинга, рейтинг здесь высокий, 4,8, более 1200 отзывов положительных, поэтому данный товар рекомендуют к покупке, тем более за стоимость 1872 рубля. Следующий у нас тоже ручной отпариватель для одежды, 1500 Вт, отпариватель для ткани, объем воды здесь 280 мл, портативный вертикальный, кнопка включения-выключения таким рычажком, да, и отпариватель. Также есть дополнительная насадка, щетка, насадка. Вот такая в виде, скажем так, для чистки и мерный стаканчик для работы. Вот таким образом выглядит. Кнопка включения удерживать не нужно. Здесь передвинули рычаг и включили в работу. Также питание идет от сети 220, поэтому подключать нужно будет к розетке. Отпаривать можно ткани абсолютно любые. И, соответственно, за такую стоимость, да, в данном случае сейчас можно приобрести по акции. Если без акции, то 2091 рубль цена. Есть несколько цветов: голубой, синий и серый. Рейтинг здесь высокий, более 2500 отзывов, все они положительные, пишут, что отлично работает отпариватель, но нареканий никаких к нему нет, все удобно в использовании и свою работу выполняет он довольно-таки неплохо. Следующий у нас отпариватель для одежды от бренда Xiaomi, паровой пресс, электрический пароочиститель, устройство для глажки одежды с наддувом. Имеет вот такую вот стойку, питание от сети 220, здесь можно использовать как плечики, вешалку, да, вешать одежду и отпаривать, либо использовать вот на вот такой вот установке, да, в виде именно гладильной доски, скажем так, да, можно будет что-то отпарить и в горизонтальном положении. Стоимость 10731 рубль, рейтинг здесь тоже высокий, отзывов довольно-таки достаточно для того, чтобы сделать вывод. Пишут, что отличный товар, да, на 100% соответствует описанию. В комплектации идет переходник для розетки, а также на самой ручке, конечно, здесь все на китайском написано, да, ну все понятно, в принципе, кнопка включения-выключения и три режима скорости подачи пара. Имеет огромный вот такой вот контейнер для воды, то есть хватает надолго данного отпаривателя, да, и не нужно часто заливать воду. Следующий у нас вот такой паровой утюг. Портативный ручной отпариватель для одежды, дорожный, бытовой, вертикальный утюг, электрический очиститель одежды, использовать можно для глажки, работает от сети 220, имеет вот такой вот стаканчик, да, для воды, и, соответственно, можно отпаривать как в горизонтальном, так и в вертикальном положении. Рейтинг неплохой, отзывов более 200 положительных, стоимость 1657 рублей сейчас по акции можно приобрести. Что касаемо рейтинга, да, пишут, что довольно-таки неплохой товар, пришел быстро, вот можно по рубашке увидеть, да, здесь вот это произведено, скажем так, отпаривание, а здесь не произведено, и сразу видна разница для того, чтобы сделать вывод о том, что довольно-таки качественно выполняет работу, тем более за свои деньги.
Ну и последний в нашей пятерке — мощный электрический отпариватель для одежды от бренда Конка. Портативный отпариватель для ткани с нагревом в течение 30 секунд. Портативный отпариватель для дома, для путешествий, очень удобно использовать. 1500 ватт, можно отпаривать абсолютно любые предметы, да, любые вещи, любой текстиль. И также использовать как для очистки, допустим, каких-то пятен с помощью пара. Стоимость 6049 рублей, рейтинг высокий, пишут, что доставка была очень быстрая, все было хорошо упаковано, даже в комплектацию положили вот такую вот варежку дополнительно, и внешний вид полностью соответствует описанию, очень удобный, легкий в использовании и стоит своих денег. Вот такая вот пятерка отпаривателей у нас получилась с AliExpress. Ссылки все будут в описании под этим видео. Можно будет перейти, ознакомиться и заказать. Также не забудьте подписаться на канал «Все о стиральных машинах и бытовой технике», оставить комментарий, оставить свой лайк. И всем до новых встреч. Пока-пока.